Fluttershy. Здравствуйте, с вами Fluttershy 13, и мы продолжаем проходить игру Cry of Fear. В прошлой серии мы посетили небольшой опять парк, для этого появились новые монстры, как и новое оружие, винтовка, и также новые патроны вида М47, или как это там, короче, на автомат, который нам еще не попадался. Позже прошли очередную серию комбат, встретили свою, то ли бывшую девушку, то ли непонятно это, любовницу, это Софи, которая, блин, убила себя, блин, прыгнул с крыши, и появился монстр, босс, но я каким-то образом случайно, блин, не туда, видимо, нажал, убежал от него, получилось. Ну, после этого мы кое-как дошли вот до сюда, как открыли дверь карточку и испугавшись какого-то жопника. Тут я немного прошел тогда и посмотрел, что тут творится. Тут получаются новые враги, которые стреляют нас из пистолета. Теперь попробуем пройти это все только сначала. Уберем глюк с пистолета. Так. Если что... Что-нибудь видно? Ага. Иди сюда. Ух. Так, попробуем. Еще один. Да-да-да-да-да, перезарядка. Ноутбомик. На. Так. У него на голове была, я заметил, мешок. И он сам себя застрелил. Он что, может суицид делать? Ладно. Ну, мы убили несколько штук, но сохранимся. Шприцов у нас достаточно. Так, все хорошо, Саймон, не беспокойся. Сейф. И пошли. Так, не в стенку. Еще есть тут? Так. Так. Тут есть что, проход? Там. Да? Так, видно. Там! Отлично. Ну да, это мешок у меня в голове. Кровавый. Интересно, как он может из него видеть? Может, он дырки вытащил? Так, карта, посмотрим, где мы. Так. Ага, мы теперь на секс-авеню. Куда нам и надо было? Да? Не, я должен на Хэнсон Сквер. А где он находится? Либо еще не дошел, либо и не вижу. Ладно. Так, тут закрыто. Тут секс-авеню, это метро на данном случае, да? Или что это? Ну да, да, это метро вроде так. Поносник, Шипс. Что-то коррекция, блин. Так, что тут у нас? Тут в метро можно попасть? Так. Попробуем. Тут требуется предохранитель, чтобы открыть, пройти. Так, подожди. Я должен ставить сюда предохранитель, чтобы открыть, разблокировать дверь. Ну, ладно. Что, надо найти предохранитель или что? Или что, вообще нельзя будет попасть? Ну, ладно. Предохранитель, да? Это, судя, не та штука, которая держит там энергию в домах и там подобное. Предохраните вроде. А, ладно, пофиг. Так. Так, тут эти жопники были. Так, куда идти вообще? Так, тут закрыто авто. Мне показалось. Нехорошее место. Попробуем неожиданность. Пук! Так и знал. Ты долго думал. Очень долго думал. Поэтому и сдох. Так, ладно. Дверь. Опять какое-то подземелье, да? Так. Сейф.
Спасибо. Так. То, что дверь нужно разблокировать. Не, подожди. Она заблокирована с другой стороны чем-то. Что-то блокирует ее. Так, что за блуза? Это опять этот беззаписчик. Да! Блин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Иди нафиг! Ну что за трой, блин? Куда бежать? Чёрту! Че чё, пофиг? Куда бежать-то? Тупик! Вроде как-то не страшно. Ну чё за маска, блин, такая у него? Так, ладно, понятно, что делать. Побежай быстрее, быстрее, быстрее. Не хочется умирать на какого-то умника по 1000 раз. Так. Там тупик был. Куда бежать вообще? Ну, тихонько. Так, тратим этот бег. Следим за шкалой. Так, что у нас? Так. Дверь закрытая. Так. Его нету? Так, это что такое? Окей. А где он? Он что, убежал? Так, ладно, тут дверь. Типа погони была за ним, с него. Ладно, откроем. Я думаю, ножом не откроется, как обычно. Не, открыл все. Так, здесь что, я вернусь? Да-да, он тут. Нафиг. Убежал? Странно, а чё мускул кончился? Так я зашел в эту локацию. Так, ладно, чё тут? Я знаю. Мой любимый дядя жопник. Чё? Я не вижу, тут никого нет. Пук. Но это не ты. Я думаю, этот ледовитый хрен водяной. Это что такое было? Кто это на тебя смотрел? Я видел какую-то штуку у него на голове. Так, ладно. Тут ничего нету, кроме велосипеда. И этих чугунов, бочкам горящим, типа где бандажи тусуются. Ладно, идем дальше. Музыка неприятная. Как-то не страшно. Подожди, какая темная. Это же вода. Боже. Да, это вода. Странно, почему я так вижу блики воды, а так не вижу. Странно. Там никого нет. Так, это набережная, по-моему. Закрыто. Так, ладно, я нельзя, наверное, только сюда. Так, здесь что? Пофиг на патроны. У меня и так куча в обойме. О, если что, буду на чеку. Машина. Энди застроили, I'm not going to walk. То есть я не могу использовать, но она закрыта. Нет ключа. Тоже закрыто. Так, опять переулки. Блин, как же мы любим в переулки ходить. Так. Что за столбы? Деревянная опять пропорки. Что, тот самый дом, куда мы... Откуда мы пришли, что ли? Что-то напоминает. Ладно, давайте сюда сначала. Что за туннель у нас тут? Необычный. В котором... Это что, MP3? Инвентарь полон. Так, тут что, ничего? Ладно. Так, пофиг, с ножом попрощаемся. Что это такое? You got the VP-70. Не, это не к этому патрону, тут патроны другого вида какие-то. Так, что это такое вообще? Давайте проверим. Ой-ю! Тут ты вылез. Ладно, давай на тебя проверим. Так. Так, у вас сразу 3 патрона, да? Ладно. Хорошая штука, но я лучше оставлю. На потом. Ладно, пошли дальше. Красавцы, красавица.
Блин. Я не хочу от тебя шипы, твои любимые. Иди нафиг. Нафиг. Ты не пройдешь тут. Ты еще пройти смог? Не, не успел. Шипастик, блин, так и будут тебя называть шипастик. Так, куда мы пришли? Так, мы что? Чё? Мы что, наверх будем подниматься? Похоже на то. Так. Ну ладно, карабкаться паркуром в окна квартиры. Отличная идея, в окна квартиры. И все открыто. Никого нету. Сейчас еще дверь выломит, да, кто-нибудь? Не? Ну ладно. Так, телевизор. Не работает. Что за звук непонятный у меня от ботинок? Так. Тут окно еще. Куда мы идем? Патроны. Да подожди. Я что, прыгать должен? Не, отсюда я не попрыгну. Давайте сюда. Так. Окей, ну я привык Half-Life, блин, движку и прыгать мне легко. Хотя, блин, тут эта штука мешает. Так. Патроны к этому снайперке этой. Винтовке. Да. Так, и... Вы что, издеваетесь? Что, должен прыгать вот так теперь? Ладно, давайте сюда прыгнем. Так. Отлично. Идем дальше. Главное не упасть, а то еще сдохну с большой высоты. Сохранения не было, как назло. Так, идем сюда. Да. Еще выше. Да мы что, на крышу сейчас поднимемся? Так, опять прыжок. И чек. Еще раз. Ой-ой-ой-ой! Половина жизни. Браво. Ну не совсем половину, мне еще урон отнесли. Опять карабкаться, блин. Ну что за паркур, блин? Ладно, это я быстро все пройду, теперь я понял, куда идти. Опять пойду в квартиру. Прыжок. Прыжок. Отлично, прыгнул. Аплодисменты. Короче, сейчас опять не пройду, третий раз я приостановлю запись, пока не дойду куда надо. Если я вообще правильно иду, может, это тут просто так сделаем. Хотя вроде я прыгать, поэтому что тут прыгаем. Так что вряд ли это просто так. Так, чуть не упал. Так. Эй, мам, куда я прыгаю вообще? Куда? Вперед или назад? Вперед. Оу. Что это было? Понятно. Давай, давай. Да ты тупой, блин, дебил. Все, да? Так, понятно, куда теперь идти. Сюда, да, прыгнуть? Ну вот. Мы в эту квартиру идем. Где был этот жопник опять? Зато у него постоянно патроны к пистолету. Обойма есть. Магазин. Так, это куда мы идем? Куда мы вообще? Что тут был? А, это там юг тут сам, где я проходил мимо. На, вот сюда поднялся, есть что тут? Странная дорога. Опять заперто. Не? Смотри-ка, открыто. Ну ладно. Что тут? Интересная музычка заиграла. Так, что тут? А, вот и сейф. Интересно, в автобусной остановке сделали сейф. Так, сейчас на карте, где я нахожусь. Так, The Harbor Road Now. Нужно около Harbor College. Так, где вообще? Ага, вот Хардермар, вот этот Harbor College. То есть тут колледж, да, находится? Harbor название. Ладно. Академика Гнайми. Ну и название. Бойс. Бойская. Так, я могу в автобус зайти? Так, управлять не могу, не? Ну ладно, так, что тут у нас? Патроны. И еще патроны. Спасибо. Так, тут нельзя пройти. Только спереди. Ну ладно. Куда мы вообще идем, интересно?
Васа. Тут заперт, в любом случае. Да. А не вот так пройти. Не? Не проесть тебе, да, через невидимую стену, Саймон. Эх ты. Так. Чё тут свет горит так? Arts in Formy Dungeon. Что тут написано, непонятно. Так. Что, ломать двери? Дверь, реагирующая на движение. Ладно. Так, ладно, что тут у нас? Заперто. Ух, темновато. Заперто. Ну, патроны взяли. А тут тоже заперто. Вообще, куда я пришел? Непонятно, куда? Где загрузка? Да пофиг. Так. Так, где я нахожусь вообще? Так, тут еще двери. Заперто, не подается. Заперто, одно и то же для меня. Так, что тут у нас? Это что такое? Кола? Нельзя взять, ну ладно. Фин парнишка, да. Так. Тоже заперто, блин. А тут тоже заперто. Нет, тут дверь закрыта. Ну ладно. Вот туда надо будет попасть. Так. Что тут делать? Вот так прыгнуть могу. Че даже так не проездим. Ну, Саймон, ты вообще, блин, не в форме. Так, подожди, это... Это то коеж? Вот этот самый коеж, который на карте видел. За улицей вообще темно. Так. Не поддается. Поддается. Так, и что тут у нас? Так. Смотрим. Так, я что-то меня отошел немного. Это что-то у нас. Да, тут одни парты. Ну, тут открыто. Открыто, смотри-ка. Ну ладно. Опять не подается. Мне кажется, ли подлагивает. Тут вообще не открывается. Темно. Да тут коллазы какие-то. Все заперто, да? Заперто. Рисунки какие-то. Закрыто. Заперто. Не подается, не подается. Короче, тут все почти не подается, только две комнаты. Вот это. Так, что это такое там? Вижу. Давайте с помощью винтовки посмотрим. Я так ничего не вижу. Что-то написано. Бригвес фор. Что-то там. Ну, через стекло, я думаю, нельзя будет поломать, не? Давайте попробуем сломать стекло. Не. Ну, а выставим тоже не. Ну, ладно. Ну, там написано «сломать стекло». Ладно. Что, вернется сюда? Куда идти вообще? Подожди, я тут ничего не пропустил? Да нет, я тут везде был. Так, ладно. О, вот еще тут пройти можно. Тут тоже все заперто. Заперто. Открыто. Так, и что тут? Куда мой пистолет делся, интересно? Чем мой телефон так близко стал? А вот... Странно. Так, что это такое? Тоже заперто. А это что? Мне нужна отвертка, чтобы открыть это. Это что такое вообще? Ладно, отвертка. Но тут отвертки нету. Ладно, идем обратно искать. Ой, блин, я тупой айт. Где-то отвертку я пропустил, да? Давайте посмотрим внимательно. Вот на столах что-нибудь валяется. Это что такое? Еще один костюм разблокировал, ладно. Худиль какой-то там или какой-то. Так, тут я уже был. Может, я там где-то что-то пропустил все-таки. Вот там, помню, был открытый класс. Вот этот. Не? Этот? Да, этот. Так, а вот дверь же. Не, тут нельзя пройти. А вот так. А, ладно, вот так пройдем. К этой двери. Да. Отвертка? Инвентарь полон. Да вы мезы. Издеваются все тут. Ладно, проще пока этот пистолет, что вернусь. Берем отвертку. Ну ты пистолет пусть тут валяйся. Хоть целый день, мне пофиг. Что за. Я вроде вышел или открыл?
Вы что, издеваетесь? Странно, что за углек было. Так, у меня отверг. Теперь можем возвращаться к тому месту, да? К той хрени, которой требовалась отвертка. Быстрее ветер, летим. Так. Круто. Так, ладно, бред, занимайся. Заперто. Мне нужна отвертка. Вот тебе отвертка. Что-то. Это же. Блин. Я что-то догадываюсь, сейчас будет. Вот этот предохранитель. Если я вытащу, то выключится, по идее, все напряжение, то есть свет. Не нафиг. К черту. Сука. Это страшнее, чем запивать, чем все темно будет. И непонятно, что тут будет твориться. Не-не-не-не. Где выход? Вот отсюда я пришел, значит. Не, в следующий раз, не-не-не. Я сегодня, блин, переутомился и не собираюсь, блин, на себя нервы тратить. Блин, звуки от двери отстой. Где мой сейф? Сейф. Блин, мой пистолет, блин, забыл забрать. Так, пофиг, блин. Сейф. Все, с вами был Фотошадик 13. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, пока.